до чипшота с кинешотом и их отстоял. Начинается у нас арена, друзья. И Блейд выбегает сразу вперед. Наверное, сейчас он оставит интервен Никси. Да, делает он интервен. Залезает на маунт и старается. Стараются они избежать сапа по паладину, чтобы не могла вся РМП сразу же вбежать. Фух. Конечно же, подсвечивание кинули под паладина, безусловно. Сап, вот, как бы, ну, сап по паладину сапнули все равно. Сейчас по хантуру что ли? Да, по хантуру. Нет, по паладину. Чипшот по паладину. И хороший, наверное, сейчас дэмэдж сделает. Не что, прибегает, сейчас должен. Спейл теряет. Нет, не успел, на сожалению, из-за фирмы Брейн Дедли, но у паладину хорошо пробили, то у паладина пока 50% хп. А вот у Джокера тоже 30% хп, ему сейчас вообще не до паладина, ему нужно что-то дефиться, ему нужно как-то убегать, уходить. О, выхиливает в изде. Без блока обошлась команда. Это была неприятная реклама. И в фере бегает паладин, будет есть, наверное, по Бену. Да, киднея он получает, тринкует этот киднея и уходит. Фух, но все равно, не так, да, у Джокера все равно 20% хп тоже неприятно в любом случае. Брейн Дедли, фулл хп, и уже опять вес по Джокеру, блин, не получилось. Лайн полный на Брейн Дедли, и пойдет свич по паладину, дефрисом да, получает. Да, хороший, и смотри, и присоединяется к этому еще и изди. Ну, может получится. Аура мастере повезло, но тут нужен будет гауш. Блин, в полной паладин, ловушке стоит изи сейчас. Как паладин живет вообще, просто безумное выжимание. А сейчас... Блок вынужден, конечно, будет. Да, я думал, что сейчас Джокер прыгнул к Рео, чтобы помочь вместе добить до паладина. Кстати, он мог чуть-чуть немножко пробежать. И тогда они были бы вместе, вдвоем против одного, потому что Блейд был в лосе вообще, как и Брейн Дедли. То есть можно было сейчас не тратить блок, а чуть-чуть побольше пробежать. Сейчас уже... У Крео вынужден выжимать, 15% хп у него было. Поднимает да. Его в полном шипе стоит Блейди, гауч по паладину и что? И просто такой. Пойдут. От Брейн Деда. Пойдут такой. По паладину опять, да? Да, им это остается. И они сейчас идут. Кстати, сейчас они с Хиндо идут. У паладина нет ринки, то сейчас, наверное, может быть. И афере будет Брейн Дедли бегать. Может быть сейчас какой-то хороший спейл попадает в трапу. Скатри и в ловушке попадает в трапу. Ну, нет, дэмэджа сейчас, мне кажется, здесь не хватит. Паладин как-то выживает. Хилится, да, сейчас он указ никто не сбивает. А у фейки 36% хп. Входит в него в несколько флешек. Одного блока нет. Спейл. 13% хп. Ой, как это, конечно, неприятно. ИПС. Опять захлебывается сейчас РМП, сложно что-то придумать. Паладин не совсем не хочет вообще никак даваться. Может, как-то ресы напялил побольше. Вполне, почему бы и нет? Потому что он знает, что... Да, выживает он эти все свичи. И сейчас Блэйд рвается в толпу. Сейчас нужно отбежать. А, это не фейзинг трап. Это всего лишь просто трап. Но неприятно, зажимают они РМП. Нужно ждать да. Shadow Dance и прыгать. КФЦ себя сейчас отлично чувствует. Да, Блэй тоже. Ходит рядом он с щитом в дефстойке, чтобы случайно не подставиться. И побежали они опять по паладину, да, прыжок по паладину. Правда, Джокера сейчас закроют. Но паладин да. Довольно-таки на открытой позиции стоит. Киднешот, ринкет он нет. Киднешот, 29% хп. Ну, может, добавлен, 20%. Нет. Кстати, да, бабл призм. Да, вошел маз в диспл, него. Маз диспл, но получится ли? Нет, нет, там был сайлент шот по изи. Да, ну все равно, бабл мы выбили, окей, отлично. Да, полный сайлент сейчас стоит фейки, блоков у него нету. Да, вот это вот... Маны у изи, достаточно еще маны у него. Да, да, маны достаточно, зубов, кстати, зубов, конечно, нет. Зубов и нету, да. Если у изи тринкет, вот в чем вопрос. У тебя что, нет? У меня не показывается тринкета, мне кажется, что у изи нет тринкета. Ну, он триковал ловушку, как мы помним, сейчас каток постелили. Да, у них сейчас уже, правда, паладин очень не хочет идти, стоит да, вообще. Да, он там стоит, он как бы он понимает, но у него тринкет. Пьет. У паладина тринкет готов, вот в этом проблема. Сейчас по классно. Будет место. Да. Интернет делал. Такой... Но у Крио 30% хп, 11% сейчас, хп, 6. Сейчас он мог пробить 2% и ЧД спрокнул. Изди в скаттершоте, Джокер лови. Крио просто убежал, поставил тучку, смотри, где он стоит, на нем еще рент. Нужен хил, нужен. Так, все, вроде. Вот щит приходит, да, вроде, и должен сейчас да, понять. Хотя идет хош на изде. Сейчас, конечно, что сейчас будет с Джокером? Фейки сейчас сильно просадят, безусловно. Что сейчас будет с Джокером? Сейчас надо просто такое выживание. Сейчас надо показать выживание. Полный стан был покрыл, тренкует этот стан. Ну, вроде чуть-чуть выхилились. Можно что-то как-то сделать где-то. Конечно, сейчас у Блейда был такой... Да, но отдали тучу на это. Да. Идет фирять после дефриза. Сейчас спейл, будет ли сайлентшот ему подходить? Нет, идет ему скаттершот, так что избежит паладин, видимо, этого. И ловушку. Ловушка да, полная. Неприятно это. Джокер смотри, кстати, по Блейде Крио пошел. Джокер стоит прямо в хантере, но все равно для них цель это паладин, а по Блейду Блейд нет, Блейд так не даст у него. Нет, слишком, абсолютно мало никакой. Слишком много кулдана. Джокеру нужно сделать прокачать сейчас ивок просто под кем-то где-то. Я не знаю, как это он сделает вообще. надо как-то ему ману достать на самом деле. Ману у него очень мало. Это правда.
Ну, нужно упрыгать. Ну, тут тоже, видишь, упрыгать далеко нельзя. У Криева тоже особо ничего нет. У него ни щелгвола, ни Катерина. Вот эвэйжен только что, да, у него закончится. Идут по паладину, 55% хп у паладина. Бабло-то нет, может получится. Скатер, ловушка полная на изде. Дизарм по Криеву зашел. Трапа, может, очень классно трапа, может, бейт не станет. Блэй становится в трапу, можно? Нет, выходит сразу же он трапа. Какой диспл, а вот этот диспл от Никси. Паладин идет через весь центр. Может он, блин, как откуда столько хила? Вообще ни одного каста не сделал, фул хп. Это паладин, детка. Да. Половина хп у Фейкио. По-прежнему идет, по нему сильнейший дамаг юзает. По нему не знаю, как его выхилить. Сейчас флешку пытается, да. Флешку он закинул. Что будет дальше? Мана чуть-чуть мана. Возможно, сейчас нет. Не успевает шип. Надо шедоуден ждать, конечно. Дефрис идет по паладину, будет ли поле. И да, полимов заходит. Ну что, по кому? А по кому идти-то? По кому? Они пока идут по вару, чтобы просто выжить. Пока так. А это был трикет у паладина? Нет, паладин, мне кажется, я не хочу, что у меня тринка. Ой, Вакит, Эвок немного прокастил, смотрите, даже полный, смотри, полмана где-то у Джокера. Но у Криоу, конечно, тоже 70% хп, у Спейла тоже есть еще что-то. Я думаю, кстати, скоро будет финта, нужно поставить кулдаун на финту. Качается, конечно, мана увидеть. Кулдаун на финту 50 секунд, бабл будет готов через 2 секунды. Так что, смотрите, будет небольшое окно, когда не будет бабла, но будет финта и будет Shadow Dance, быть может, вот под это все. Я смотрю, Блэйди очень хорошо предугадывает эти все свитчи по Бену. Сразу же он делает у него интервент, чтобы да, это сразу же... полная ловушка на изде. По Криеву может быть очень опасно, 36% хп у него остается. Но поднимает он, изде успевает. Ладно, паладин так рядом, пока не спешит. Паладин дефриз. Дефриз по... Да, и свич по паладину. И свич пошел. Ну, сколько мало смотри, хп у Крио. Насколько получится по кругу. Сразу тринкует паладин, не хочет он рисковать. Блэйд рядом. Фулл блайнд да, по Блэйду. Блэйд интервью наставляет фейк. Никси. И, нет, не получится никак уже. Не получится с паладин забрать. Кулдаун на бабл. Еще какой кулдаун на бабл. Чипшот идет по Блэйде и свич по нему. Примерно полторы минуты 67% кулдаун. Примерно полторы минуты кулдаун на бабл. В принципе, почти готов. Готова финда. Можно в паладин это все кинуть. На паладине нет ничего. У него сейчас нет ни бабла, ни тринкета. В принципе, есть. Можно вливать. Дефрис сейчас полный по паладину. И финда, используется финда по паладину. Въезд, генеральный въезд, это самое главное. Если сейчас не получится, то не получится. 36. Джокер стоит. Получается, он киднейт, трикует этот киднейт. Боб, точнее, Боб сдает. Боб на себя, вот оно что. И поднимает. Снимает Боб Джокер. Ну, конечно. Момент был прерван. И делает моногем под этим... Под бупом, да, Джокер, конечно. Изи прокастил сейчас гимн надежды, посмотрим, насколько сколько хватит этой надежды нам. Да, 36% у Крио, 32% влезают в него очень сильно. Изи пытается как-то это выхилить сейчас. Ну, это задача. Но выживает Крио. Получает полный стан от паладина Изи у нас. И переживет ли команда Джокера? Крио должны быть уже какие-то, должны быть еще... Дефриз по паладину? У Крио... Но, конечно, Фейки должен выживать. Тут полный скатер на Крио. Фейки пытается больше выживать сейчас. Как сейчас Джокер выживет? Я думаю, блок у него уже есть хотя бы один. Да, блок, по идее, у него должен быть. А если у него Эвок? Да его какой кулдаун на Эвок? На Эвок кулдаун еще 2 минуты. А маны-то нет почти. И сейчас был сдан фир от Блейда. И, кстати, такой довольно-таки неплохой. По Бену, да, там да, неплохо. Но паладин замечательно позиционируется. Невероятно сложная игра для нашей команды. Сейчас нужно очень такой хороший вообще, прям какая-то даже доля везения, быть может, с чем-то, чтобы пробить этого паладина, который просто не хочет даваться. Паладин уже готов бабл, и готов тринкет. Паладин сейчас будет крайне сложной цель, я не знаю, как наши смогут вообще... Полная выбирать. Ловушка на изде. Да, и Джокер за колонной. Пытается, Джокер он тут кайтить, конечно. Джокер помогает, показывает. Чудеса кайта, дает шип Блейду, хочет решип сделать, но получает Silent Shot и полный Блейдшторм от Блейда. Очень неприятно, нужен блок, если он есть. Хотя нет, смотри, как каким-то чудом еще. Но Джокер пытается вара держать в 8. Полный хош на Крио был. Джокер пытается и, смотри, дефриз по паладину и свич. Да, и въезд будет вместе с изде. Ой, въезд-то, а. Спайки появляются. Трикет сразу же ушел. И мастере поднял. Мастере, он еще может поднял, еще получить. Чипшот получает. Может получится у Джокера убежать от них всех, прыгнуть за колонну и помочь Крио. Да, он прыгает, смотри. Он прыгает он к нам. Ну. 19% бабл. Маздиспл нам нужен. Маздиспл задевает. Маздиспл задевает и снимает бабл. Ребят, бабла нет. Можно дальше продолжать. Но, конечно, надо быть осторожно. У Изи уже кончается мана. Паладин уходит совершенно на другой конец арены. Тяжело сейчас будет дойти. Пока 20 что секунд, надо... 20 секунд эвока у Джокера. Сейчас он попадает шипом в рефлект. Блэйд, конечно, шикарная работа. И вообще постарается не снизить весь этот контроль по себе. Сейчас что может команда сделать? А он шипе полный стоит, сейчас... выбивает Этернс из Бена. И последний заезд. Ну-ка посмотрим. Да. Нет тринкета, нет бабла, нет ничего. Ребята, давайте. Лизает Фридом, бланкет по паладину. Сайленс сразу, блин, уходит, конечно. Блэйд просто дефит шикарно вообще. Сейчас, нет, Крео решает не идти. Хотя идет Изи, видимо, будет давать фир.
Попадает, смотрите, они попадают в контроль. Блейд стоит Они могут, знаешь, они могут и по Бену въехать. Да, они сейчас такую, сейчас расшатывают, они неплохо. Кстати, готов ивок уже у Джокера. Джокера нужно сейчас будет найти время на этот ивок. Сейчас он стоит в стане, правда, от Блейда за колонной. И получает он зубы. И в стане тоже крыло стоит от паладина. Сейчас Джокер, наверное, да, его кастуется. Отлично, его кастуется. Теперь нужно найти, теперь нужно спейлу. Изи. Ака Изи, да, будем мы его так называть, постоянно ошибаясь. Ну, уж нас извините. Нечего было при 100 спейлу. У Крива было половина хп с катер по Изи. Эвэйжн проюзал Крио, но пока вроде Сальный все... Шопа. Вот сейчас паладин. Да, паладин сейчас просто сверх шикарная цель, через 30 секунд у него будет кулдаун, но вот смотри, у Блейда почти готова рекла, сейчас будет очень такой неприятный какой-то момент, под реклой можно... А вот сейчас она готова. Все, въезд по паладину, нет тринкета, да, был, 15 был секунд китней. Кулдаун на тринкет, получится ли пробить, вызывает Брэндед Свитч Пэта. Все, и Изи уже тоже вливает, как может, помогает своей команде, как может. 50% поюзан Холи Шок. Дальше, Impact. Просто Лэнс какой-нибудь, что угодно, 18%, нужно но как-то... Фейкью, 30% хп. Блин, реклама. Да, реклама, та самая реклама. Ну, такая сверхнапряженная, конечно, игра. Чуть-чуть ребятам не хватает, крайнюю малость где-то. 0-2 в пользу КФЦ. Фух,